Всем привет! У нас 26 января. Такая как раз январская погода. Морозец, снежок, солнышко. Сегодня воскресенье, последний день. Мы были во вторник втроем. Я, Димон и Влад. Втроем, с собаками тоже. Как бы зверя поднимали, три лисы, да, видели на глаза. Три лисы видели. Одна лиса лайму забрала на километров 10, пришлось объезжать, забирать. Лиса, о, пошла, не успел я чуть-чуть, блин, чуть-чуть раньше бы я, чуть-чуть раньше бы, блин, приехал, как раз бы. Буквально на минуту. Ну, лайму надо забирать с этой лисы. Это поковыляла туда, прямо по дороге. Сейчас должна сюда лайма пригнать. Может, я ее и подшумел, потому что я ее... Вот я там вышел с асфальта на эту дорогу и увидел ее где-то тут уже, эту лису. А лайму я, смотрю, аж туда выгнала, в угол. Кто так лис гоняет? Молодец, иди сюда. Лаймуха, иди сюда. Молодец ты такая собака. Молодец. Все, пошли, пошли, лайму. И два зайца подняли. Один Влад поднял одного, далековато стрелял. А второй с подчивы поднялся возле меня, ну буквально, не знаю, метров 20 поднялся. Держи, Влад! Влад, держи! Блин! Чуть-чуть я не дошел. Чуть-чуть. Он где-то тут лежал. Где-то вот тут она его подняла. Короче, чива подняла и не получилось у меня стрельнуть. Потом он и на Влада, и на Димона, короче, выскакивал. Ну, от дедушки ушел, и от бабушки ушел, короче, от всех ушел. Вчера у нас было 25-е, мы, короче, с утра поехали с Владом вдвоем. Ну, сколько это было? 9:30, может. Ну, погода была очень пасмурная, темно было. Такая плохая съемка, короче. Буквально вышли с машины и сразу зайчика подняли. Можно было бы пройти тут эту травку. Че? Тут. Давай. Вперед. Кабана валят в деревке. Слышишь? О! Блин, неужели промазал-то, ё-моё? Так он вообще медленно серый пошел, может и не. Не, готов. Блин, капец. И собака стояла 2 метра, отвечаю. Фу. Ну да, он уже после... Я уже видел. Фу! Видишь, как плотно лежит? Ну такой, средний. Ну, килограмма, может, 4. Вообще такой. Не, ну голова, смотри, нормальная. Я ему тут вообще, видать, нормально попал в тр...
мы с тобой ходили, потом мы с Димоном там прошли той стороной, потом я сам ходил, когда снег был. Ну тогда глухая была прошлая вообще следование. И вот с четвертой попытки. Ну такой молодой зайчик этого года. Такой. У меня, кстати, есть с собой весы наконец-то. Сейчас мы его взвесим. Я думаю, что килограмма 4, он не больше будет. Только зашли, только вышли, и вот. Вот он. Здравствуйте. Бляха, довольный шаслон. К сожалению, охота закончилась, не успев начаться. В машине пробилось колесо, и нам пришлось по-быстрому уезжать в город. Сегодня мы втроем тоже, опять же. Только сегодня Макс. Макс уже добыл зайца своего. Димон. Ну и Чива с Лаймой. Как всегда. Все, закрываем охоту. Последний день. Закрываем. И ждем гуся. Сейчас пока эта лайма будет след распутывать, мы его сами подымем, этого зайца. Воды мало. Я понял, хорошо. О! Видел ты его, Макс? Вы как раз бы мог его в него стрелять. Блин. Твой батя с этими звоночками. Хороший такой зайчик. Так, ну одного зайчика подняли уже с Максом. Это походу лайма ходила по этому зайцу, давала голос по ночному следу, распутывала. А мы как раз на него вышли и подняли. Ну чего подняла? Как раз в тот момент, когда он поднялся, я обернулся на Макса и поворачиваюсь, и он уже скрывался, можно сказать. Так, в принципе, дистанция нормально была. Один выстрел можно было сделать. Что, мне Димон позвонил как раз не в тот момент. Ну, как всегда, в общем. Ну, в всяком случае, подъем зайца был, это радует. Все, будем охотиться. Чива! О, нельзя. Нельзя. Да нет, походу лиса. Нарада? Ну, нарада бобровая, но я думаю, что лиса. Там отдушина сверху такая на горке. Не видно тут, чтобы бобер тут жил сейчас. Я ее, блин, вовремя схватил, короче. Чуть-чуть не успел бы и... Здравствуйте, она. Ждите собаку, блин. А как ты хочешь? Вот аж туда зайти или как? Да. Давай, Макс, покажи, как надо выгонять зайца. Это она по следу какому-то, Димон. А потому что она вот здесь еще пошла, так знаешь. Можешь отпускать ее, Макс. Пойдем через лес.
Димон нас заберет. Что-то пока больше зайцев не получается поднять. О, смотри, свежак. Кто-то голубя тут ел. Видишь? Угу. Какой-то хищник. Даже еще кусочки пооставались. Обголодал. Голова, видишь? Ночной, типа совы какой-нибудь. Или ястреб какой-то. Потому что если была бы куница, она бы и голову съела. Что, пообедали, Макс? Сейчас и зайца поднимем. Надо уже бы и на закрытие и зайчика какого-нибудь. А то! Да, молодец. Чива, с поля, Макс. Чива, иди сюда. Молодец. Молодец, иди сюда. Иди. И залайма там по полю тявкала. С полем. По голове прям. Этот. Мастер. Неплохой. Ну такой след. Чива, он прямо на Макса выскочил. Чива, иди сюда. Чива. Она, знаешь, там тявкнула. Я выскочил туда, знаешь, стою. Она, вижу, туда пошла, потом сюда ломится. И он такой стал, короче, ну, вижу, чего сюда идет, в эту сторону. Я начинаю распищаться. И тут запищал, и он шу на край вылетает, знаешь. Меня увидел, шу, и так поэтому. Фу, такие прыжки. Ну, я стоял вот что-то здесь. Сколько? 10 метров. По идее, честно, я думал, что он выскочит, ну, в ту сторону будет бежать, вот против ветра. И запищала я сразу сюда, блин. Ну, я вижу, что она сюда подает, она там трещала. Да. И сюда пошла. Или он может... Может, он поднялся где-нибудь, да там, ну, медленно там чик-чик отходил. Ладно, пошли. Нету. Бубл-то уже поднялся. Там внутри такая трава красивая может лежать. Давай. Надо. Готов. Есть! Возьми его еще, возьми! Фу-фу-фу. Фу-фу. Иди забирай зайца. Забирай. Ну забери, Максим. Ну он где-то с-под собак походу или... Ну блин, далеко я его стрелял, ну так. Вот я... Тут,
тут. Ну вот, где этот. Вот оттуда, с поворота. С поворота, да. И как он вдоль пошел, да? Да, он выскочил. Он выскочил, вот, я этот чаро, знаешь. А я иду еще на Макса, повернулся, так шух, вижу, вылетает, вот так вот, шкодит. Я пока прицелился уже где-то первый раз, вот где лайма. Ну так, нормально, вот считай. От угла, вот где лайма, первый раз. Ну да, перекинулся, поднимается, пошел. Ну вижу, что с первого попал, вторым уже вот тут добавил. Смотри, даже бобер живет, смотри, воды нету, а живет. Это он сюда, наверное, кормится. Ползает, он, скорее всего, что живет в той канаве большой. О, селезня тут кто-то съел. Лиса съела селезня. Осталось где-то. Чива, чива, чива! О, лайма пришла. Вот она здесь, короче. По бобру, походу, работает. Надо ее ловить. Сейчас будет выходить, надо ловить. Работает чива по бобру. Но это явно не лиса тут, вот в воде. Ну какого фига он тут, этот бобер, вообще без воды тусуется. Вон капельки крови. Видать, собака выходила, видать, где-то она порвана. Слушай, и вот бобер этот, что он тут делает? Воды нету нифига. Что он тут сидит? Шел бы в ту канаву переполз, где море воды. Что, ты слышишь ее? Ты же знаешь, что на зайца и на гуся надо всегда лопату с собой в машину брать. О, лайма пришла. Лайма, залазь, помогай. Помогай копать. Идите, може, выйдет. Ну. Сяду тихонечко, буду ждать, блин. Да енот, бляха, мух. Чива, давай сюда, ко мне. Ко мне. Ко мне. Это енот, бляха, мух. Ну вот, я наконец-то ее выловил. Наконец! Увидел я, что это енот. Жаль, не было ружья в руках. Если было бы ружье, я бы добыл бы его. Ну, скорее всего, что там их было два. Потому что еноты обычно по парам. Вот она. Засранка, бляха, вот хлебом не корми, да эту пушнину, блин, потёхай. Ну, я уже услышал, что она устала и вышла. Все, давай, вперед иди. Пошли. О. Пошли. Не енот, енотовидная собака. Больше часа она там просидела. Я просто боялся, что это бобер. Потому что бобер это как бы... Ну, енот это не противник для экстерьера, это так. Побаловаться. Чтоб они, конечно, были вдвоем с пыжиком, они бы быстро его... В растяжку взяли и задушили, а ей все-таки одной тяжеловато. Ну тоже такой боевой енот, бляха-муха. Дал ей троху отпора. Немножко там, видно, грызанул за нос. Ну такой серьезный товарищ. Ну все, сейчас еще, может, успеем где-то по-быстренькому пройтись. Боялся я, что это бобер. Потому что бобер может все-таки серьезные раны нанести собаке. Охотники тоже по этой полосе идут.
Стреляли там по зайцу, видать, не попали. Потому что собака работает, где-то пошла. Походу, кто-то тут зайца завалил. Когда-то. Ну, очень тут его много. Не похоже на то, чтоб дрались. Прям все в пуху. Ну что, ребята, такое вот закрытие. Такой вот сезон. Три зайца мы сегодня подняли. По двоим Димон стрелял. По первому, в принципе, я тоже мог бы стрелять, но не в ту сторону смотрел в тот момент, когда поднялся. Вот сейчас вот охотники рядом сходили, тоже подняли зайца. Немножко мы до него не дошли. В этом сезоне я стрелял по 30 зайцам. Да. По 30 зайцам 26 добыл. И почти все попали в кадр. Димон добыл 13, как в прошлом году я. Короче, я в этом году добыл в 2 раза больше, чем в прошлом. Был, две лисы еще добыл. Ну, лиса только одна попала в кадр. Кстати, еще я видео с ней и с этой лисой не выкладывал. Это попозже. Через недельку, может. Так что подписывайтесь, смотрите, это видео тоже будет. Пишите, кто как закончил сезон, у кого сколько зайцев, сколько лис, сколько чего, куниц. Куницы мы 2 добыли с Чивой. Чива добыла. Немножко енот ее погрыз. Боевой енот попался сегодня. Покажи с Чива. Ну так, совсем слегонцухи. Да, на закрытие хапанула своего адреналина. Как бы она мне в этом сезоне нормально очень помогала. Добирала подранков хорошо. Так, в принципе, как всегда, охотник без собаки, это как полохотника. 0,7 охотника. Сезон закончился, все, будем ждать гуся, как бы еще бы хотелось бы походить, по снегу именно. Уже зайцев-то настреляли, конечно, но, блин, снега не удовлетворили потребности, снежные потребности. На гуся будем ходить по снегу. Ну, если гусь прилетит и снег выпадет, будет хорошо. Короче, подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Увидимся в угоде. Макс, что ты прячешься? Скажи, чтобы подписывались на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.